Йо-йо-йо, всем привет, это B-Boy Kinder, Eastside B-Boy's Crew, Bringing Back, и я на проекте Breaking Vice. Сегодня в Breaking Vice я вам покажу базовые гоудауны или драпсы. Сейчас я вам покажу базовый гоудаун, который перекочевал с нам с капуэра, так как я занимался год капуэра, я его освоил первым. Выглядит он вот так. В двух словах он делается очень даже просто. Отставляем ногу, приседаем на другой ноге и циркулеобразно качаемся по кругу. Следующий гоудаун, который я вам продемонстрирую, это будет knee drop. Здесь важные две вещи. Первое. Устойчиво встать на ногу, а лучше на носок, но на ногу будет устойчивее. Второе. Это другой ногой под коленку, голеностопом. Тихонечко наступаем, давим и присаживаемся в сторону на носок. Очень важно держать спину прямо и ровно вертикально. Так что запомните, две вещи. Ровная спина, ровная нога, голеностопом под коленку, садимся в сторону на носок. Показываю еще раз медленно. Еще один базовый гоудаун, который мы рассмотрим, это knee switch. Делается он вот так. То есть мы тихонечко опускаемся на коленочку. Запомните, всегда, когда вы ставите коленки, у вас стоят носки. Не делаем вот так, мы делаем вот так. Легче оттолкнуться, подняться, прыгнуть с коленки, что угодно сделать, но в нашем случае легче оттолкнуться. Ставим руку, делаем мах, толкаемся правой. Следующая коленка выходит вперед на позицию. Теперь на этих базовых заходах я покажу свои оригинальные примеры. Как можно креативно развить базовый заход? Вы придаете ему какое-то нестандартное вращение или нестандартную вариацию. До этого, например, вы делали мах правой ногой, сейчас вы его можете сделать левой. Вы делали заход на месте, вы его делаете вперед. Этим придается какой-то ему индивидуальный какой-то характер. Первый заход, который мы с вами делали, это был заход, перекочевавший к нам с капуэйра, и я его делаю вот так. Изначально у нас был заход вот такой. Я делаю обманочку. Как будто бы захожу, ставлю руку, а дальше нога машет, и я переворачиваюсь. Итак, в этом заходе базовом я поменял траекторию движения, и из базового захода это превратилось в мое креативное оригинальное движение. Таким образом, с любого базового захода мыслите нестандартно и действуйте от противного. Также, что вы можете добавить? К обычному базовому заходу вы просто чуть-чуть подумайтесь, покопайтесь, добавьте, например, руки, хват руками, поверните голову, взгляд в другое место, направление, и заход изменится. Я, например, добавляю руки, и получается вот что. Так как мы можем поднять заход вверх на уровень, также мы можем опуститься им еще ниже вниз. На примере вот так. У
Используя это все, мыслите нестандартно, обогащайте свою базу и развивайтесь креативно. Брейк – это творчество, Брейк Advice – это хороший проект, который поможет вам это сделать.